Решение о выделении дотации работодателю принимает Фонд социального страхования на случай безработицы. Дотации включают в себя основную дополнительную заработную плату и сумму единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Дотация предоставляется предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности, а также физическим лицам-предпринимателям, которые используют наемный труд. Исключение составляют лишь неприбыльные организации, а также предприятия и физические лица, которые вступают в трудовые отношения в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. Чтобы получить дотации, предприятия и предприниматели должны состоять на учете в качестве плательщиков единого взноса, быть зарегистрированным в территориальных отделениях фонда на протяжении не менее 3 месяцев, не иметь задолженности по уплате единого взноса и в течение предшествующих 3 месяцев не сокращать численность работников. А физические лица-предприниматели должны использовать наемный труд не менее 3 предшествующих месяцев. Работодатель получает дотацию, если трудоустраивает молодого специалиста, на год. Период выплаты дотации за счет фонда социального страхования рассчитан на 6 месяцев, после чего предприятие или предприниматель должны сами обеспечивать расходы на зарплату работнику и уплату единого взноса.